Салам уважаемый Руслан, я очень внимательно слушаю, смотрю ваше видео. Вот это последнее видео про Пакистан, отключение света в Пакистане. Очень интересное. И хотел бы задать вам вопрос, видео вопрос, ну, с комментарием, так сказать. В сети гуляет такая вещь о том, что якобы Пакистан передает ядерные технологии к Турции. Как вы оцениваете вот эту информацию? Это вброс в информационное пространство или что? И вот этот локдаун в Пакистане как-то связано с этим или нет? Спасибо за ваше видео. Очень внимательно слушаю. Я давным-давно подписан на канал «Поистине». И спасибо за ваш труд и за труд вашей команды. Всем там из Азербайджана большущий привет, салам. Мир вашему дому.